ансамбль «ЭксББ». Здорово, Леон! О, привет! Здорово! Леон, тут много! Ух ты! Иди сюда! Сейчас стихи будем вам читать! Слышь, отличник, вставай! Начинай! Не могу! Ангина! Тогда ты начинай! А я слова забыл! Ну тогда я! У меня растут рога! Года! А, у меня растут года! Будет и 17! Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Детство, детство, ты куда спешишь? Детство, детство, ты куда бежишь? Но напрасно вслед тебе кричать. Нужно путь свой в жизни выбирать. А я хочу, хочу шофером стать. А я мечтаю на Луну слетать. А я мороженое продавать. Какое тебе мороженое, у тебя и так ангина. Нужные работники, столяры и плотники. Но сегодня, чтобы жить, надо бизнес заложить. Жить без денег хорошо, но с деньгами лучше. Бизнесменов я пошел, пусть меня научат. Ты для меня лишь одна желанная. Прибыль ты моя долгожданная. И не нужна мне весна румяная. Лишь бы ты была постоянная. А я хочу твоей невестой стать. На Мерсе ездит кабака гулять. Зачем с ангиною ты мне нужна? Моделью будет у меня жена. Я буду вместо, вместо, вместо нее фотомоделью тесной, тесною ее. Я буду вместо, вместо, вместо нее звездом твое. Же тебе повезло, с твоей невестой. Завтра мы пойдем снимать ее в Playboy вместе. Ты снимай меня везде, я ведь взрослая уже. Ты снимай меня скорей и зови своих друзей. Ты снимай меня туда, ты снимай меня сюда. Ты снимай меня всегда, вот ты стала я звезда. Да, бизнесменам хорошо, авторитетом лучше. Круто ты попал на ТВ, на видок, на авто и на копилку свою. Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Ты это про что? Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Все, что ты мне ночью говорил. А че я тебе говорил? Попробуй, папа, попробуй, тяга, тяга. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Подруга, слушай, ты не права. Джага, джага, хорошо, а клей нюхать лучше. Я теряю корни и улетаю в ней. Авторитетом хорошо, а депутатом лучше. Срока на два я пошел, пусть меня научат. Обидели. Эх, время, время, времечко в Думе пролетит не зря. Эх, БМВ, семерочка, вези Барвиху ты меня, вези, вези меня. Эх, БМВ, семерочка, вези в Лефортово. Типун тебе на язык. За 4 года, да с твоим мандатом, мы с тобою, милый, так душевно оторвемся. Всем шампанского! Ура!
хорошо, олигархам лучше. Я бы нефть качать пошел, пусть меня научат. И меня. Мы насосы, мы не курим папиросы. Выглядим вполне конкретно, разве не заметно? Попробуй, мама, попробуй, тяга-тяга. Мой мармелад, я твоя и твоя. Нам не надо тяга-тяга, нам не надо мармелада. Дела не до россиян, лишь бы капало в карман. А почему? Да потому, что все качается на уе. Олигархам хорошо, а афроамериканцам лучше. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий нарцисс. Мы насосы, мы насосы. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так люблю. Мы насосы, мы насосы. Работа мне не надо, я самый шоколада и шоколадивец. Я главный джага-джага, для девочек услада, их у меня не счесть. О-о-о. А мы что, негры что ли работать? Давай гуляй! Мы будем веселиться, торчать и колбаситься без всякого труда. Да! Обратите внимание на наше воспитание. Пьянки, гулянки, диско и банки. Даже девчонки-хулиганки. Взрослые, вы знаете, как на нас влияете. Страшилки, стрелялки, разборки, криминалки. От кошмара этого деться нам некуда. Ну, взрослые, погодите. Спасибо, взрослые, за наше счастливое детство! Ансамбль «Экс-ББ»!